Вот, девочки, окончание рабочего дня, пятница, 13 ноября, и у нас вот такой снегопад. У меня уже окна закрыты были. Одно было приоткрытое, я сквозь жалюзи увидела вот такую красоту, уже темнеет, и вот решила снять половину пятого, 4, ну, 16:30. Время, посмотрите, какая красота. У нас снегопад. Вот так, вьюжит. Вот такая у нас погода. К нам опять пришла зима. Вот так красиво. Ну вот, покажу вам, девочки, 14 ноября. Я вчера вам с работы снимала. Сейчас не знаю, видно будет, нет. На фоне машин, нашей машины. Вот, сыпет, сыпет снег целый день. Вот так вот все затянуто, вот тучами. Вот уже у нас сколько нападало. Вон, видите, машины. Ну, они уезжали тут какие-то. Наши вот мы сугроб не счистили с крыши. Завтра сын почистит. Мы здесь у нас сегодня проехались. Парикмахерскую, фикс-прайс и все. Больше нигде. Ну и вот с одеждой магазин. Над пятерочкой у нас. С одеждой, с обувью. Вот. В общем, вот зима. Вот такая у нас уже. Зима пришла к нам. Падает снежок. Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Ну, сегодня я, как обычно, поделюсь с вами нашими покупками. Ну, тут выходного дня, можно сказать, сегодня вот суббота, ну и среди недели еще кое-что брали. Я вам все вместе и покажу. Ну, давайте приступим. В общем, вчера в зоомагазине купила вот такой хвойный наполнитель для кошачьего туалета. Взяла от Бади. Он большой, здесь 12 литров. Что-то 130 рублей вроде бы был. Там еще брала и черепахи корм, попугаем. Я уже коробки эти все выкинула, не снимала. И взяла еще вот в аквариум сифон. Вот такой вот барбус привезли у них для очистки. Мне большой аквариум нужно чистить. И вот как раз нужен был вот такой большой сифон, который у нас был. Он уже ему, наверное, лет 10, сколько у нас аквариум. Все, он сломался. Ну, взяла вот такой. У нас 125 литров аквариум. Вроде бы, как она сказала, ну, я думаю, что хватит. Потому что нужно почистить мне обязательно его. Вот. Сифон Барбус. Короче, еще купили. Так, ну и давайте приступим. Там еще были покупки среди недели продуктовые. Я не снимала. Корма кошкам брали. Тоже не стала снимать. Покажу вот, что сегодня. Купили сок детям. Добрый апельсин с мякотью. Дочь у нас прям любит. Вот, взяли. Так, вчера я в пятерочке взяла себе дезодорант от Нивеи, черный и белый невидимый. 79 рублей. Вообще он был по акции. До этого, неделю назад что-то они были 100 рублей вроде бы. А сегодня тоже со скидкой. А вчера вот зашла, увидела и сразу купила. Как раз у меня закончился дезодорант. Ну вот спреем взяла. Вот сегодня уже как бы протестировала. Хороший дезодорант. Так. И также покупала тоже в середине недели дочери. Ну, взяла вот дочке такую маску для лица. Она больше ей подходит. В пятерочке у нас появились новинки. Тканевая маска для лица. Beauty Time. Маска мечты для твоей красоты. Романтичное свидание. Свежесть и сияние кожи. Ну, это как раз, я думаю, от Body Art дочке подойдет. Больше для ее кожи. Вот, тоже видела девочки, покупают, но у нас не было, ну вот привезли. Что-то на 59 рублей, 50 с чем-то рублей было, пятерки. Вот такая маска. Так, и сейчас покажу фикс прайс у нас сегодня была. Закупка такая большая. Там еще в магазине одежды и обуви, ну в таких недорогих мы. Купили сапоги мужу, ну я сфотографирую, приложу, и себе я взяла сапоги. Без каблука, наконец-то я нашла себе вот какие прям идеальные. И одна единственная вот как бы осталась моделька такая, и одни они были. Все, мы
с мужем не раздумывая купили, вообще идеально. Вот я сейчас у них прямо сижу, померила. Они длинненькие такие, до колен. Ну, тоже потом фото приложу вам. С камушком, с цепочкой, но самое главное, без каблука. Идеальные вообще зимние сапоги. У нас зима полным ходом. Вчера я вот вам вставлю видео, снегопад был вечером. И вот ночью снег шел, и сегодня вот весь день идет снег. Периодически вот падает. Так что я вам вчерашний снегопад покажу. Ну, давайте начнем. Вот такой чай. Купила, видела у девочек в обзорах. Фикс прайс. У нас очень много новинок сегодня было фикс прайс. И косметических, и вот этих для декора. Ну, я брала только что необходимо. В общем, взяла Тесс Тайм. Черный чай с чабрецом и цедрой лимона. Вот такой мы еще не брали. Брали там с яблоком и апельсином, вроде бы, с цедрой апельсина. Это вот как бы мы первый раз берем. Так, взяли кошкам корм. Вискас с курицей и индейкой. Ну, цены все я напишу, положу. Так, дальше взяли тоже сухой вот такой Perfect Fit для домашних кошек с курицей. Затем наши кошки Dreamies с курицей. Котенок, кот у нас не ест Dreamies, только кошка. Ну, вот купили ей. Так, затем взяла я от Саниты вот этот гель антиржавчина, быстрое удаление ржавчины из искового налета. Давненько его не покупала, надо раковину хорошо очистить. У нас что-то на раковине пятна, вот как ремонтировали трубы, шла ржавая вода, и сейчас никак я не могу другими средствами очистить. Так, затем фикс прайс я взяла себе от Зувей вот такие колготки. У нас, как я еще раз повторюсь, наступила зима вдруг так резко. Холодно очень. И вот такие взяла хлопковые, размер 48-50. Ну, у меня 46-48, я думаю, нормально будет. Они обычно маломерят идут. Вот состав 45% хлопок, 25% акрил, 27% полиамид, 3% эластан. Как-то я брала шерстяные, они скатываются, поэтому я решила взять, чтобы синтетика. Они, мне кажется, лучше будут. Черненькие взяла, там еще были серые. Какие-то такие, как коричневатые. Ну, в общем, вот, купила вот такие. Так, затем мужу взяли мы вот такие носки. Мужские. Так, состав тут, если есть. Сейчас быстренько вам покажу. Вот, размер 41-43. Состав 72% полиэстер, 13% шерсть, 9% акрил, 4% полиамид, 2% вискозы. Вот они прям свежие, август этого года. Ну, муж выбирал там коричневые, серые, синие. Ну, вот нашли черненькие, все взяли ему. Такие носочки. Так, дочери я купила, она давно просила, кисть для бровей. Вот взяла, посмотрим, какие она. Ей надо прям, чтобы коротенькая была. Вот купила. От Good Look. Good Luck, не знаю, как правильно. Для макияжа бровей. Мне еще надо будет для румян купить себе. У меня вся уже прям разорвалась. Вот. И потом для хайлайтера еще новенькую возьму. Ну вот, купила дочери такую кисть. Так, дальше. Взяла я нам с дочкой вот эти лезвия от Gillette. Тут 7 лезвий, 7 станочков одноразовых. Очень нам они нравятся. Вот 149 рублей, что я помню, вообще хорошие лезвия. Мы их уже берем просто неоднократно. Уже много раз брали и повторили. Так, дочери я купила. Они не ездили, дети, с нами. Мы вдвоем с мужем, потому что вот в парикмахерскую с ним я тоже наконец-то подстриглась. Вот, дочери такие резиночки купила. Она просила. Так, затем мужу взяли мы стельки. Он хочет те магазины вытащить, какие в сапогах. А себе вот такие зимние верблюд появилась новинка. Вот смотрите, какие. Так, ну тут просто, как обычно, что обрезаем. Вот такие. Производитель наш, российский. Состав овечья шерсть, искусственный войлок, металлизированный лавсан. Тут написано верблюд. Вот. Даже срок годности есть. Универсальный размер. Ну вот захотел, вот он верблюжий увидел. Захотел их попробовать. Так, затем я на кассе увидела вот такое вот масло-бальзам для губ. Крем-масло для губ, восстанавливающее кокосовое молочко и какао. Что-то прям меня заинтересовало. Сейчас на зиму как раз самое то будет под масочки. Вот состав тут видите. Кокосовое молочко, масло, какао, шалфей, кунжута, витамин Е, экстракт зеленого чая, ретинол.
Так, затем я взяла антибактериальные салфетки в сумочку, влажные, вот от КТ. Ну, как обычно. Сейчас это постоянная покупка. Дочери в больницу повезем ее на следующей неделе. Вот взяла такой гель антибактериальный для рук с хлоргексидином. Потому что она там... Ну, в общем, ложит у нас ее на обследование. И вот я ей с собой уже взяла вот такой. Вот он что-то 55 рублей вроде тоже на прикассовой зоне. Очень много там всего такого интересного на прикассовой зоне. Потом я увидела также на кассе, вот купила. Там много витаминов идет, добавок. Появилось и кальций есть, ой, и масла различные. Вот антигриппин, доктор антигриппин, вот такое масло в сезон простуд. Сбор эфирных масел купила я. Вот, думаю, лишним сейчас не будет, потому что потом может не быть. Так, затем дочери плавочки, трусики тоже в больницу, чтобы новенькие взять. Вот такие купила, интересные, мне понравились. Вот, серенькие. Они, видите, в саде вот как красиво идут. Ну и взяла еще черненькие. Может быть, еще потом какие-нибудь еще парочку возьму. Вот просто черные. Такие вот. Так, затем, что еще было? Так, взяла я себе, наконец-то у нас появилась вот эта вот увлажняющая маска, пленка с алоэ. Зеленая. Как я ее искала. Вот эту красоту. Грин. Я ее уже месяц ходила, искала. Очищение, лифтинг и экстра увлажнение. Просто увидела и схватила. И она вроде бы даже как одна стояла там. Может быть, глубже еще где-то были. Вот состав. Как раз гиалуронатом натрий, соком алоэ. Ну, вот прям она и будет увлажнять, и все. Там еще есть черная такая, вроде бы серая. Потом я их куплю. Я искала, и вот прям это моя хотелочка была, вот эту маску. Я у девочек увидела в обзоре, не помню уже у кого. И все, я загорелась этой маской. Зеленый цвет я просто обожаю. Так, и дочери купила вот такой батончик на кассе, взяла с киви. Так, сейчас покушать. А сыну вот с протеином. Карамель взяла. Шоколадная у нас сладкоежка. Так, затем мыло. Только что вот у нас появилось Камей. Новое тоже у девочек видела в обзорах. Купаж цветочных масел. Стойкий соблазнительный аромат фиалок. Не помню, есть или нет. Ну, ничего, уйдет. Взяла, купила. Такое вот мыльце. И один-единственный остался кусочек можжевельника. Я видела, девочки говорят, что вот на это мыло что-то поднимают цены. Везде даже фикс прайс. У нас по 18 рублей оно еще было. Последний кусочек. И я не помню, можжевельник есть у меня или нет. Если нет, то оставлю. А так, ну, папе отвезу. Завтра мы едем к родителям. Я всегда ему кусочек мыла отвожу. Он у меня моется только мылом. Поэтому вот взяла. Посмотрим. Ну, из мыла от братьев Крестовниковых у нас так и нет. Ну, будем надеяться, что все-таки привезут. Новогодние товары, светильники новые есть. Ну, и дочь просила тетради купить. По 18 листов я взяла в клеточку. Оказывается, еще в линеечку надо. Я думала, только в клетку. Ну, вот такие вот. Хорошие, они гладенькие. Вот разных цветов купила. Ей 5 штучек взяла. Потому что все равно она через неделю уезжает в больницу. И недели две, наверное, пропустит. Может быть, их даже у нас на дистанционное обучение переведут. Уже все разговоры об этом идут. Потому что болеет просто катастрофически много людей. И умирает у нас. Так, и вот такая увидела. Мне понравилась. Думала, ну, она не совсем общая. Ну, почти. Сколько здесь? 48 листов вроде бы, да. Дочь сказала, вроде как, ну, не надо. Ну, пусть вот увидела это фламинго и просто все купила. Может быть, все равно до конца года еще могут. Не пригодится, на следующий год все равно будет поступать в университет. Применение найдем. В общем, вот такие покупки. Приложу вам еще фото тогда сапоги, какие я себе купила. Ему уже сапоги. Ну, вот сегодня прямо удачно и подстриглись. И кое-что. Вот забыла я только майонез купить в фикс прайс. Очень мне нравится там майонез. Ну, завтра зайдем. Забежим и купим еще. Вот такие покупки. Такие новинки. Есть и косметические, наконец-то. У меня их сейчас мало, очень мало. Ну вот, хотелочки и то, что было нужно, я прикупила все-таки. То, что мне, дочери, было нужно. Всем огромное спасибо. Кому понравилось данное видео, нажимайте на лайк. Подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, очень рада новым друзьям, новым подписчикам. Всем крепкого-крепкого здоровья, замечательного настроения.
чтобы все у вас было хорошо. Самое главное, не болейте. Берегите, действительно, берегите себя, берегите близких своих. Потому что, ну, очень страшно, что сейчас творится. Давайте будем все здоровы. Не тяжело одеть эти маски, обработать руки. Сейчас даже в масках, кстати, теплее ходить по улице, когда одеваешь или от магазина к магазину. Маска согревает. Вот преимущество теперь масок. Ну, всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока-пока.